Ну садись уже, садись. Опа. Девчонки видел какие? Вообще место хорошее. Место хорошее. Не воспитайте мальчика козлом, зацикленным на сексе и продажах. Пусть даже вы и женщина с веслом, но все-таки вы женщина, мама. Мамаша! Ведь каждого злодея-мудака, идущего в припрыжку с сеновала, старушка-мать качала на руках и в розовую жопку целовала. И говорила: деточка, ты знай, все женщины хитры, меркантильны, они колдуют, чтоб пришла весна, и заставляют, чтоб за них платили. Тебе я настираю труселей, борща насыплю в банку от горошка. Ты самый лучший мальчик на земле. Твой папочка гондон, а ты хороший. И деточка, впитавшись с молоком концепцию обиженной мамаши, растет самовлюбленным мудаком, зацикленным на сексе и продажах.